когда яхтинг заканчивается, то иногда на лодке остается всякое такое, что люди не могут с собой везти, потому что как бы ездят только с ручной кладью, но, допустим, вот что-то покупали на неделю себе. Я обычно стараюсь что-то такое, ну, если что-то можно забрать самой, забрать, но забирать можно только в упаковках до 100 мл, если ты с ручной кладью летишь. И вот мы с моей подругой Женей имели две вот таких вот бутылочки листерина, и одна из них освободилась уже, и в ней я заберу немножко брызгалки для волос, и более того, счастье в том, что вот это, этот сам распылитель, он идеально подошел на баночку вот листерина, так что немножко бытовой химии будет спасено и использовано дома. А я всякие свои шампуни, кондиционеры и прочее вот вложу в многоразовых силиконовых упаковках. И вот такое еще у меня есть. Это зубная паста. С рюкзачком сможешь? Нет, ничего не смогу. Огонь. Передаем отдельный привет тем, кто говорит, что достаточно двух или даже одной конфорки. Это очень забавно. Как понять, что мы тут не одни? Представление света и тени. Я, мне кажется, сейчас делать еще хуже. Что? А что? Это социально приемлемо? Не думаю. Надо было ехать в отель Adults Only, как я тебе предлагал. Совершаем очередную попытку забраться на Тейда на фуникулёре. Надеюсь, в этот раз нам за полчаса до старта не придет отбивка, что... Это и ты не в настроении. Плохая погода. Большая часть облаков.
это вот потоки одного вулкана. Видишь, что темно-коричневое. Вот там вот красненькое пятно. Короче, все пятна — это потоки разных вулканов. Они даже датировали все эти извержения, назвали там каждую. И вот, это я все освоил, там еще одно совсем темное поле. Ага. Вот это все разные извержения разного времени. А сейчас я пытаюсь освоить, как же это все было устроено, как сформировался этот каньон. А вот видишь, тут видно, что они, лава, видимо, вытекла в бок, и вот эти штуки, они разъехались, короче, это вот осколки этого вулкана. Что, это того стоило? Конечно. Настоящие альпинисты. Только тут вот подъемник мешает красивому виду, но ничего. 2700? Нет. 3700 — это вот там наверху, а тут еще 200 метров, кажется. 3500 примерно. Детка, где мы? На Тейде? Я поднялся на несколько ступенек резко и понял, что... Лучше так, резко не надо? Тут так делать не надо. Да. Сюда нельзя детям до 3 лет, беременным, людям с проблемами с сердцем. Подожди, ты же у нас главный спортсмен. Я поснимаю лучше. Я попаду в обморок. Остановите WorldKeeper. Остановите запись видео. Thank you.
сегодня зашел в душ и некоторое время не мог понять, в какой я стране. Такой, блин, так, мы где-то в теплом месте, но это не Израиль. Что это? Это остров. А это какая-то отдельная страна? Тенерифе. О, Испания? Надо больше ездить или меньше ездить? Надо меньше пить. That some data is missing, just ask me and I'll provide you. Okay, a little bit about myself. I am Andrew Mende and I am a senior product manager in booking.com with a specialization on machine learning. And I'm with the company for 6 years now, which is quite a lot. Мы выселились пару часов назад из номера, но еще успели покупаться, провести время какое-то, поработать сейчас час. Поедем уже поедим, и в 7:30 вечера у нас самолет домой. Надо еще машину заправить и сдать. У нас самолет через сколько? Через 5.5 часов. Наверное, последний уже обед с видом на море. Да это же B52 в мире кофе. Показателю car rent. Car rent. Что ты говоришь? Это было прекрасное путешествие. А почему? Плюс 30 на тебе курточка. Please welcome you on board this Boeing 737 with destination Amsterdam. Flight time 4 hours and 15 minutes. In a few moments we will show you our flight safety demonstration. If you have any questions afterwards, please contact the cabin crew. And ladies and gentlemen, all further announcements will be done in Dutch. Vlinder wordt nu aangewezen door de cabinebemanning. Wanneer de druk verandert in de cabine, komen uit de luikjes boven uw stoel automatisch zuurstofmaskers tevoorschijn. Ga zitten en trek het zuurstofmasker snel naar beneden. Plaats het zuurstofmasker over uw neus en mond.
Bij de nooduitgangen wordt vriendelijk verzocht om alle stukken bagage, inclusief losse artikelen, weer in de bagagebak of de boven te plaatsen. Долетели, устали, конечно, сейчас. Час ночи здесь. Такси до дома у нас стоит, сейчас показывает Bolt 130 евро. Но у нас машина не дома, а в Амстельфейне. 7 минут до машины. Вот, до Амстельфейна что-то типа 30-40 евро ехать. И это за какие-то там 15-минутную поездку, а до дома полчаса ехать. И это 130-140 евро. Наконец-то машина с нормальной коробкой. То есть без коробки. То есть без коробки. Не на механике. Ну и в тот момент, сладкий привет. Лёша разволновалась, хрюкает. Ещё мой сладенький, да. Лёшечка, иди ко мне, моя зайка. Иди ко мне, мой сладкий. Да, тихо, хорош. Стой, Вафин, стой. Давай, княжечка, иди. Иди, мой сладенький. Иди, мой сладенький.